Семена льна содержат в себе омега-3, жирные кислоты. Просто льняное масло, оно не особо полезно. Надо их есть именно с семенами льна, масла. Или с другими семенами. Они так лучше усваиваются. Вот они в природе так созданы, с клетчаткой. А так масло, оно нарушает пищеварение, потому что оно обволакивает пищу, не дает перевариваться. А вот семя льна добавляешь в салатик, делаешь кашки льняные, смузи. На ночь замачивается семя льна в воде. Из него фитиновая кислота, надо, чтобы ушла часов 8, чтобы в воде побыла. Вариантов употребления много льняного семени. Масла.